Это Prof1 Media, Константин Лесник с обзором снаряжения 5.11 Tactical. В данном случае мы будем рассматривать сумку All Hazard Ammo Mule. Как заявляет производитель, эта сумка вмещает 10 магазинов от винтовки М16 либо карабина М4. Маленькая сумочка имеет ручки для транспортировки ручные и также ремень для плечевой носки. Также размер этой сумки подогнан под новый рюкзак 5.11 Tactical All Hazard. Заявляют американцы, что влазит 10 магазинов М16 30-зарядных. Мы постарались напаковать сюда как можно больше магазинов калашников 7.62 на 39 30-зарядных. Естественно, что магазины металлические Калашникова больше, имеют другой угол наклона, и паковать их куда-либо сложнее, нежели более прямые магазины карабина М4 либо винтовки М16. Но в данном случае в результате нашего эксперимента сюда поместилось ровно 9 магазинов, без всяческих проблем. Показываем, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 объемных металлических магазинов 7.62 на 39 к автомату Калашникова вместилось в данную компактную сумочку. В принципе, эта сумочка оправдывает свое название — сумочка для переноски боеприпасов. Вы можете использовать ее по прямому назначению для переноски боеприпасов, укладки их в рюкзак All Hazard, либо в хозяйственно-бытовых целях. А с вами был Константин Лесник, Prof1 Media и наши обзоры снаряжения.